Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Чуть позже выйдут на канале обзоры Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite уже вышел, но я, наверное, все три телефона сравню. Это так, небольшой задел на будущее. Но на самом деле в выпуске, конечно, я буду жестко топить Galaxy S9, Galaxy S9 Plus. И не только топить, я буду их кидать в снег, смотреть, что с ними происходит. Моя цель не просто показать вам и самому это интересно, раз есть такая возможность утопить такие дорогие телефоны. Как они выживут? Я ходил с ними в бассейн, я ходил в сауну. Ну давайте по порядку. Итак, выдержали они, скажу сразу. Начнем. Первое, конечно, что хочется сказать, это стандартная защита IP68. То есть это говорит о том, что телефон можно погружать кратковременно, ну до получаса. Час можно, по идее можно и больше. Но все-таки под воду производитель гарантирует, по этому стандарту, что ничего с телефонами не случится. Под дождем разговаривать, купаться. Единственное, с соленой водой они не дружат, но есть множество примеров, отзывов о том, что люди погружали их и в соленую воду, купались в море. Но, конечно, я не рекомендую вам этого делать. Как видим, они совершенно спокойно выдерживают погружение. Можно мыться с телефоном под душем, никто не будет. Но ради интереса, вы видите на экране, я это видео перемежаю. Я это видео периодически вставляю сюда, что я с ними делал. Но вы сами видите на экране, что происходит. Телефоны, самое главное, что меня интересовало, каких-то чудес нет, и когда они находятся под водой, то, конечно же, лучше их сильно не трогать, потому что, когда мы опускаем, например, в бассейн и снимаем что-то с этого телефона, как я и делал, иногда у меня срабатывало, спустя там где-то полминуты записи под водой, когда я двигал телефоном, срабатывало приближение. То есть множественное нажатие на экран все-таки иногда срабатывает. Но справедливости ради, что-то подснять можно. Что касается снега. Снегом, конечно, что касается снега, управлять, конечно, мокрыми пальцами можно на снегу, но лучше дисплей тщательно очистить, потому что иначе, опять же, будут как будто множественные нажатия, телефон их не распознает. Грязи я сейчас не нашел, все-таки декабрь месяц в Москве, но погружение выдержали. Мало того, я с Galaxy S9 или S9 Plus, на каком из них у меня записано, это не столь и важно, но все-таки. Да, у меня записано на Galaxy S9 Plus, я большой телефон взял, я пошел с ним в сауну. Был я там не так долго, ради интереса, проверил, телефоном ничего не случилось, но это такой был тест от меня, несколько экстремальный. Потому что если бы они поломались, ну я не думаю, что я за них бы платил, я взял их в Samsung, но все равно было бы нехорошо. Суть. Я думаю, вы насмотрелись множество картинок, как эти телефоны ведут себя под водой. Я это сделал еще раз, мне это было интересно, и лишним такое видео не будет. Напишите, пока они у меня есть, что с ними еще сделать, только не пишите варить в кипятке. Я видел один такой обзор, какой-то заграничный блогер делал, он варил в кипятке iPhone и Galaxy еще S8. Но я себе позволить такого не могу, потому что он 100% выйдет из строя, рано или поздно. Все на этом тогда. Если нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Если не нравится, ставьте дизлайк, но лайк, конечно, лучше. Подписывайтесь на канал, здесь всегда много интересного. Счастливо! Thank you.